Итак, приветствую вас, сталкера. С вами я, сталкер Кислый. И сегодня появился вот буквально 21 минут назад видеоролик с канала JC Game World. Сталкер 2, сердце Чернобыля, финальный релиз, дата анонсирована. Или как переводится, я не шарю в английском языке. Давайте его посмотрим. Мы будем все в шоке, наверное, да? Но давайте. Окей. 5 сентября 2024 года, господа. 5 сентября 2024. Давайте начнем по порядку, что мы тут видим. АКСУ, по-моему, 74-й с ПСОшкой вроде, ну, если я не ошибаюсь. Плюс, что мы видим, водку казаки, ну, я так кратенько. Ладно, мы забудем про перенос, мы уже, ну, люди, уже привыкшие к переносам Stalker 2, ждем лет 10, нет, даже побольше, еще раз подождем, ну, ничего, ничего страшного, подождем, Stalker 2, ждем, ждем. Что мы видим? Грецкие орехи, ну, из самой и Греции. Все на локации свалка сталкер, хотел сказать. На локации свалка все происходит, действие бинокль либо ПНВ, непонятно. Я так вкратце, ну потому что тут обсуждать вот за 33 секунды абсолютно нечего. Сталкера сидят, мы видим, что все печально, зелок стоит. Ну это локация свалка. Ну, сталкер дремлет под водочкой, казаки. А также мы видим, по-моему, тут... Не пойму. А, рация... 0,59. Ну, нам уже эта частота ничего не дает. Огурчики, костер уже все хуже и хуже. Чешуя картошки, вот что мы заслужили. Берет скиф чай. Причем, смотрите, дым прям пролагивает жестко. Но, к сожалению, господа, будем опять ждать, и никакого вот 5 февраля не будет. Будет 5 сентября. Xbox, XS, Game Pass, PC, Steam, Epic, GOG.com. Все. Все, господа. На этом все. Ну... Я от этой компании уже ничего не ожидаю, от игры ожидаю, от компании уже, к сожалению, нет. И растягивать тут уже и нечего, если честно. Это печально, но ладно. Нам остается только ждать, и все. А с вами был я, Кислый. Всем спасибо. И это оперативная новость. Всем пока.